надо успеть воспользоваться моментом, пока не растаял снег. Поедем дальше. Здесь высоковато падать очень высоковато, ребята. Плохарик получился из сухарика. Почему? Потому что был сухарик, это был Юпитер, пятый переходной, вот он как бы, поставили от планеты. Сухарик и планета. Плохарик. Пожалуйста, вам плохарик. Чтобы создать некое чудовище для езды по бездорожью, пришлось купить резину. Переднюю и заднюю. Ну, с шипами, если написать или сказать, люди подумают, что там, может, металлические шипы. С грязевую резину. Кроссовую. Так, правильнее, наверное. Решил 21-е колесо вперед поставить. Купил колесо. Переднее колесо. Обод ЧЗ. Вступится. Планеты Спорт. ПС. Иж ПС. Передняя 2700. Задняя 3200. Едем. Самый мощный из Юпитеров. И вот так вот сделать. Таким образом, вот под кручу спускаясь, мы отправляемся на Продубас, к речке. Это лежачок старенький. А, кстати, 81-го, по-моему, года там набито на шильдике. На второй поднимался. На этой сосамбе легко ехать. На планетке труднее. Смотрите, как у планетки работают передние амортизаторы. Ну и задние заодно. Сегодня 1 мая, Пасха. Всех с праздником. Ну вот так, мацавик подготовлен, покрашен. Все, поехали. Вот красота-то. Деревья ржавые. Деревья ржавые. Красота. Ну да. Как Денис сказал, Илья Муромец, Добрыня Никитич.
пожарник между ними. А я говорю, и соловей разбойник. Сарик, куда ехать? Не знаю. Куда тебя понесло? Подожди. Едьте. Если заведется, я вас догоню. Ох, индуристы. Иди на сусачек, иди на герой. Как деревня называется? Красная Борка. Стойте, ребята, я вспомню дорогу. Легко тут. Сел, поехал и приехал. Вот так вот. Тухает его прям, бляха. Как будто по грязи едешь. Ельник сегодня. И время сейчас уже 16:00 вечера. Ну, то есть 15 с чем-то. Вот. А температура сегодня у нас 28 градусов выше нуля. Мы еще молоды, зеленые. У нас планеты, и нам по херам. А потом бам-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 
О, резина, слышали, как свистит? Блядь, не особо она и тормозит на асфальте. А тут, мой юный друг, язык прикусываешь, чтоб челюсть не проебать. Полный газ в первой передаче. Мимо березки и пошел. Хорошо он в куртке, в валенках своих резиновых. Вот бы сейчас тебе сюда на ней. Ну, а я сюда на ней бы и не доехал. У нее просто белая рама тоже была. Здесь скажи, нет. Пожалуйста. А. Вот нам с тобой... Делать нехуя. Тут в кустах брызговики менять. Дома нельзя было нам поменять этот брызговик или как? Ну вот представь, у нас какая-то поломка внезапная. Да. И мы показываем, что у нас есть два ключа на 10. Держи камеру ровно, блядь. Все равно ты криво, блядь, все снимаешь. Блять, ненавижу. Не молчи, говори. Я уже показывал, что окурок — причина пожара. Да, в лесу. И рака легких. И он неизменно меня когда-нибудь посетит. Вот это. Может быть, даже не в лесу, а дома. Что это за настроения такие? Надо курить бросать. О! Ты ж бросил. Чтоб я вообще не устрашим был. Вот, ребята. Смотрите. Вот новый бросовик. Напомним, это Иван купил по моей просьбе. Посидим мы с Денисом в ебенях и этот купленный тобою брызговик вешаем. Ой, спасибо тебе, Иван. Нахуй бы он нужен. Pictures и Valdis Production представляют фильм «Экспедиция в поисках Шамбалы». По следам. Снежного человека.
Эх, лысая твоя башка. И его подруги. Какая красота, ребята. А, вот это good. Слышишь, Денис, слово good. Это немецкое? Да. И до кого немецкий? Наверное. А я думаю, что ish, он же от... ДКВ. От ДКВ. Ну, тут считает, от ДКВ, что... только ход поршня. Это, а там тоже такой был понский. Вау. Блядь. Он начал... А почему не испанский? Он начал рассказывать мне сказки про него. Какой он хороший. Как нам все поменено. Угу. Какой он, блядь. Вот прикиньте, ребята, блядь. Как он это все смог сочинить. Да. Прикинь это. Ты тогда вместо мата пикай лучше. Пик! Да. Пошел ты на пик! Нет, тогда вместо разговора получится одно такое пи. Давайте. И когда-нибудь в жизни сюда вернемся и вспомним сегодняшние моменты. Ну так я его сегодня и спизжу. Спасибо. У меня японский мотоцикл, а тут ишь будет написано. Нет, так не пойдет. Не пойдет. Все, Володя. Ай-яй-яй. Это факт неизбежности. Да, красота. А, вот и след. Вот и след видим. Ясное дело, амном не пахнет. За мной! В атаку! Ох! Волшебство пальца вот этого. Давай. Все. У меня что-то последние 2 минуты волшебство не работает. А там еще надо было подождать 0.5 секунды. Тикают часы. Идем. Пошел ты. Ну-ка, дай рядом. Идем. Оп. Неуправляемый? Если он неуправляемый, то это вообще бревно. Дмитрий, ты сделал кульбит! Молодец! Курва! Курва! Курва!